новые концертные программы от институтов в рамках молодежного фестиваля «День первокурсника». На этот раз свои таланты продемонстрировали коллективы Института экологии и природопользования, Института международных отношений. Уже который год студенты удивляют зрителей и членов жюри своими мастерски отточенными номерами. И этот год не исключение. Первыми на сцену вышли студенты Института экологии и природопользования. В их программу вошли яркие номера, а основой сюжета стала история о молодом человеке, который пытается завоевать сердце возлюбленной Юлии самым главным сердечным оружием – поэзией. Вся история развивается на главной улице города Казани – Баумана. Экологи смогли показать атмосферу прогулки по Казанскому Арбату и даже внесли в сюжет персонажа – популярного уличного артиста, который много лет играет на своей музыкальной шкатулке в центре города. Творческие коллективы сплотились и объединили свои номера в один цельный спектакль. И весь концерт проходил в формате театра. Не забыли и про современное искусство. Например, главный герой решил исполнить свои стихи и признаться в чувствах в стиле рэпа. Творческий коллектив «Лягушки» добавил перчинку в концерт и вставил набирающий популярность ВК-клипы в основу программы. И как эта музыкальная махина сломалась в футляре? Если бы я не пошел извиняться перед Юлей, баян был бы цел, и выступление Марселя бы не сорвалось. А теперь ни девушки, ни друга, и вообще непонятно, что делать. Следующими выступил коллектив Института международных отношений и также произвел приятное впечатление на зал. Сюжетная линия завязалась на истории выпускников университета, которые на днях собираются покинуть свое общежитие в деревне Универсиады. На протяжении всей программы звучат трогательные диалоги и монологи, которые раскрывают многие психологические аспекты персонажей и заставляют максимально проникнуться их характером. Также в истории была и любовная линия. Девушка страдает от измены своего молодого человека, но в итоге приходит к осознанию того, что истинная любовь найдет человека всегда и везде, ведь она возможна и без предательства. На шее и светлые волосы. Теперь мы можем обсуждать любимые книги, даже фэнтези. Любовь обожает играть на гитаре и знает все песни, на которых я выросла. Мы похожи. Мы пьем чашку кофе на двоих и смеемся с каждого анекдота. Напомним, что фестиваль продлится до 13 октября каждый день в Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс». А для тех, кто не смог посетить концертные программы вживую, специально ведется трансляция в нашей группе ВКонтакте «Универ ТВ». 10 октября свои номера представят Институт дизайна и пространственных искусств, а также Институт управления экономики и финансов. Начало традиционно в 17:30. Валерия Карташова, Универньюз.